Семен Семенович, а Пилат зачем? Для конспирации. Жди здесь. Павел Петрович, хорошо, что я вас встретил. Обознались, гражданин, обознались. Как же? Вы Павел Петрович Ребров. Вы что, разве меня не узнаете? Я же Зеленцов. 2 недели назад мы на пленуме рядом сидели. А вы мне тогда про базу и сказали? Отродясь, на пленных не бывал. Я человек простой. Мне по пленному шляться некогда. Знаешь что, мил человек, иди своей дорогой. Чудишь, Павел Петрович. А кто ж тебя тогда коньяком угощал? Это я тебя угощал. А, то-то вспомнил. А чего ж тогда ты придуривался? Ну ты, Семен, как маленький, ей-богу. Ну что ты орешь на весь лес? Хвоста приведешь из газеты какой-нибудь. Времена смутные, а ты пароль забыл. Я? Летите, голуби, летите. Вот. Для вас нигде преграды нет. Видишь, Сансун? Вот на нее прямо иди. Понял. Вась, отметь, 30-й прошел. Ты что, нас сейчас засыпать хочешь, да? Ты зачем сюда приезжал? За спецпайком. Спецпайок! Забудь это слово! За дровами ты приезжал, за дровами! Вот из-за таких, как ты, 3-й раз базу меняем. Если спросят, откуда дровишки, как ответишь? Из леса, вестимо. Правильно. Подпольщики. Подпольщики. Сейчас мы все подпольщики. Вихри враждебные веют по нами, темные силы нас злобно гнетут. Ой, роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут.